Тханвантари-вати. Тханвантари-вати. Напомню, что Тханвантари – это бог Аюрведы. И как все формулы, в которых фигурирует божественное имя, это не может быть просто чем-то таким плохим. У Тханвантари настолько много показаний, что на полстраницы показаний. Чтобы не запутаться, вы должны помнить, что прежде всего это баланс ваты во всех частях нашей физиологии. И в пищеварении, в виде, например, урчания, вздутия, колик. И в бронхолегочной системе, в виде одышки, какого-то сухого кашля. И в суставах. И в мочеполовой системе, везде, где вата. И в голове, везде, где вата доминирует. Особенно Тханвантари эффективна для баланса ваты в нервной системе. По-простому это, конечно же, всякие параличи, парезы, парапарезы, инсульты и прочее. У нас есть формула, например, Кширабала 101, а есть формула Тханвантарам 101, помните? Где-то была. Да. Вот нельзя сказать, что Кширабала лучше, чем Тханвантарам. Ну, как-то традиционно она чаще используется. Но по своим показаниям это очень близкие, это как близнецы. Там 101 – это концентрированная формула, а здесь просто это состав неконцентрированный. Но показания у них одинаковые. Если у человека проблемы постинсультные и нет ни Кширабала 101, ни Тханвантарам 101, можно смело рекомендовать Тханвантари вот в капсулах.